В зале администрации района прошло совещание, посвященное обучению глав местного самоуправления основным подходам, методикам работы в сфере объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Адыгея, и достижению целевых показателей. Мероприятие провел начальник управления по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея Рустем Цепинов. Также в нем приняли участие председатель комитета Республики Адыгея по взаимодействию с органами местного самоуправления Руслан Кидакоев, заместитель главы района Рустам Хасанов, главы сельских поселений, начальник управления архитектуры и градостроительства Нурий Балоков и начальник отдела имущественных отношений Азамат Хупов. В ходе совещания были рассмотрены такие вопросы, как способы достижения целевых показателей, целевая модель постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества, сохранение объектов культурного наследия при проведении ремонтно-реставрационных работ, установка информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия, включенных в реестр, и обеспечение условий доступности для инвалидов к объектам. Совещание прошло в режиме прямого общения с главами поселений. Натуся Кучмезова, Сергей Лабынцев, новости Кашхабского района.